Ребят, короче, у меня игра вылетела, доигрался я с этими штучками, короче, этими выброси, проверить и так далее. В общем, игра у меня вылетела, так что, ну, я сэкономлю. Но дело в том, что хорошо, что мы хотя бы сохранили, файл у меня восстановился, но я его восстановил, потому что Bandicam, он умеет восстанавливать файл. Я записываю именно через Bandicam. Фрапс я вообще не уважаю, потому что он жрет много, с ним все лагает, и места после него все время нет. Так что я записываю все время через Bandicam. Он, конечно, тоже много ресурсов жрет, у меня тоже во время прохождения лагает, но с ним мне более как-то удобнее пользоваться. К тому же он умеет восстанавливать файлы поврежденные, а это очень хорошо. Иди сюда, давай. Какое мне оружие? Нормально. Опять тебе нет места. Да что такое? А он же в три ячейки. Можно и с ним, в принципе, походить. 150, 150, 150. Довольно такой хор... Тихо. Чуть не упал. Я полагаю, Хайдер. Да, по крайней мере, меня так называют. А ты кто? Похоже, сейчас я ваш лучший друг. Ох, вы ранены. Вы давно здесь? Часы, может, дни, но он никуда не уходил. Простите. Если ты хочешь выбраться отсюда, тебе придется уничтожить генератор адского камня. Да, который питает шахты и барьеры. Уничтожь генератор, и шахтам конец. Возможно, здесь мой маленький брат. Это убьет его. Нет, если он ребенок, его здесь нет. Все дети увозятся со следующей поставкой адского камня. Куда? И как? Корабль. Я слышал. Что-то говорили о Востоке. А остальные люди? Мы уже мертвы. Адский камень — это как медленный яд. Он питается как-то твоим разумом и телом, пока его магия не убивает тебя. Иди найди своего брата, торопись. Если ты останешься здесь, адский камень поразит твой мозг, и ты не захочешь уйти. Вон он, почему у них глаза-то зеленые. Так, нам надо уничтожить этот камень. Как-как? Надо уничтожить как-как камень. Что это было? Для этого сахар. Прыгаем. Там что-то. Кажется, нужно поднять его вот так вот, вроде бы. Наверное, вот все вот эти вот штуки надо поднять как можно выше. Еще разок. А как тогда?
Надеюсь, меня эта штука не убьет. А, и бьет. Стой. Блин. Кажется, я знаю как. Больно. Сейчас разберемся. Блин, а какого б-б-б-б-б-б.